мы продолжаем. В Бийске завершилась профилактическая операция «Твой выбор». На протяжении недели сотрудники полиции общались с подростками. Главная цель акции – предупредить молодежь, чтобы они не вступали в запрещенные в России организации и сообщества. Особое внимание уделялось тем, кто состоит на учете. Во время беседы полицейские разъясняли школьникам и их родителям ответственность за совершение преступлений и правонарушений экстремистской направленности. В частности, напомнили, что распространение в интернете информации террористической идеологии влечет административное наказание в виде штрафа. В заключении встречи инспектор по делам несовершеннолетних раздала подросткам листовки по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Также в рамках операции полицейские провели работу по выявлению групп антиобщественной направленности, организовали рейды по проверке подростковых клубов и спортивных секций.